Сейчас мы приступаем, получается, к заключительной части этих учений, поэтому занятия проводятся на тему «Марш, встречный бой между двумя пластунскими батальонами 1-го Таманского казачьего полка». И некоторые задают сейчас вопрос, а будет ли встречный бой реально? Он будет, потому что никто не придумал еще новых способов передвижения войск из одного места в другое для выполнения задач. Обязательно это будет колонна, автомобильная, бронетанковая или пешим порядка. Разрешите приступить, пожалуйста. Отделение связи строится. Отделение связи, бегом! Построились. Становись. Занять места. Передвижно возле связи. Это дозорное отделение, оно впереди. В случае, когда ему разведка с оружием на изготовку, сами обнаружили противника, они сразу в бой вступают. Теперь вот они занимают оборону. Ну, разведка, значит, доложила о том, что противник... Так точно, разведка доложила. Обозначение, что мы узором. Середину! Господин атаман, веренный вам личный состав казаков в составе двух батальонов 1-го таманского полка построен. Командир полка подъясаул Харьков. Вольно. Вольно! Уважаемые братья казаки, когда в таманском отделе был всего-навсего один 1-й полтавский казачий полк, у нас там были подразделения артиллерии. Ну, войски, руки поставьте как надо, боец. Войски хихикали, мол, безумно там дуралейств, тут какая артиллерия, а мы готовили. Теорию преподавали артиллеристам, знали, что она пригодится. И вот когда началась война на Украине, наши казаки начали захватывать артиллерийские установки, а стрелять, не наши, донские, а стрелять никто не мог. Никто не знал, как подойти, никто не знал, как заряжать, никто не знал, как стрелять. А мы учили еще тогда. И вот сегодня некоторые тоже скептики говорят, вот бегают, тут валяется, зачем это надо. А затем, вы помните, когда присоединили Крым к России, когда пришли на пост Турецкий вал, Беркут долго не верил, что мы есть казаки. Говорили, это военные, переодетые в казачьи кубанки. Потому что мы имели навыки, мы умели обращаться с оружием, мы знали, как вести бой. Для этого мы здесь собираемся и вас обучаем, дорогие мои. Я сегодня смотрел за мероприятием, я вам скажу, было все здорово, оцениваю проведенный бой с оценкой отлично. Спасибо, дорогие мои, объявляю благодарность. Люба!